пространство аэропорта Домодедово 1 мая перед полетом в космос. Новейший громадный аэропорт с ресторанами, с холлами. Сегодня с Домодедово аншлаг. Народу очень много, прям все сорвались и перемещаются, видимо, в большом количестве поближе к теплу. И слава богу, что есть сейчас. Я люблю атмосферу аэропорта, предчувствие волшебного путешествия. Вот аэропорт Домодедово. Домодедово. Можете перекусить здесь, хорошо посидеть. Итак, вкусно очень. Кофе американо, салат греческий. Самый маленький аэропорт, который я когда-либо видела, это в Геленджике. Крошечный зал, очень уютный, кофе прекрасный, круассанчик с лососем. И вот такой вот потолок. Это оформленные стены, сувениры, продажи местных товаров. Вот такой квадратик небольшой, удобная мебель. Администрация аэропорта напоминает, что пребывание граждан на территории аэровокзала без особой необходимости ограничено. Уважаемые пассажиры.